Церковь Петра и Павла Харькова. 6:34 утра по Киеву. 19 апреля. Вот таким образом проходят в Харькове. Апреля. 3 дня после Пасхи, когда было солнце. Впрочем, солнце было уже, и тепло, и одуванчики, и тюльпанчики. Еще и на день космонавтики уже в шлепанцах шашлыки все делали. И тут тебе на. Так, судя по вот этим веточкам, сейчас что-то может прилететь. Сюрпризик какой-нибудь. Надо как-то шире шаг. Ай-яй-яй-яй-яй, вообще. Вот это да. Ну куда? Ну понятно, потому что это ж пораспускали все листочки, цветочки, и на них вывалилась вот такая лабудень. Тут я все удивлялся. Сад очень деревьев таких странных. Тут обрезают ствол основной. И от пенька гипертрофирована начинают вот такие разрастаться веточки обильно тоненькие, которые сильно напоминают, дерево становится сильно похожим на туалетный ёршик. Не знаю, у кого какие ассоциации. Но в данном случае при таких погодных условиях это буквально спасло этим деревьям. Ну, жизнь и жизнь. Часть ствола, по крайней мере. Ну, такие. Сад туалетных ёршиков. Что это за желтая вообще ерундень? Собачки, это вы тут нажелтили? Не может у вас так нога подниматься высоко. Я понял, не к месту я с камерой столь интимные моменты. Да, вот этот дом, красное здание. Град обреченный, братьев Стругацких. Мимо прохожу все время, вспоминаю именно про это. Бродящее красное здание из братьев Стругацких, из града обреченного. Ну, в общем, по-моему, впечатление о том, как проходит 19 апреля утром в Харькове. В городе, напомню, расположенном на 50-й параллели северной широты. Ни за какими полярными кругами, ни в каких Алясках, ни в каких, я не знаю, северных, засеверных, пересеверных широтах. Да, что-то мне подсказывает, с работы буду возвращаться по колено в жиже. Так уже по колено в жиже. Великолепно, просто великолепно. И тут все обломалось. Собаки тут как верстовые ставпы.
Да. Он у нас ХПИ. Здание политеха. Возвышается, как ежик в тумане, над обрывом в поисках лошадки.